Так, просмотрим новую инсталляцию. Немножко можем подойти с разных сторон, чтобы попытаться понять. Но мы не должны понимать, что хотел автор вложить в эту инсталляцию современного искусства. Но интересно то, что здесь весь пол в этом, в этой галерее современного искусства, весь пол, он как бы покрыт льдом для того, чтобы кататься на нем или скользить. То есть разные варианты. Мы можем по-разному относиться к тому, почему пол в галерее уложен льдом. Для того, чтобы мы могли кататься, чтобы мы по жизни скользили как по льду, чтобы мы поскользнулись и упали. Разные варианты есть. Но смотрите. Вы когда-нибудь были в такой галерее современного искусства, где все уложено льдом? Это очень интересно. И интересные арт-инсталляции –